Всем привет, ребята! И я думаю, у многих задавался вопрос, как я редактирую видео. И сейчас я вам покажу, как я редактирую видео, как я делаю монтаж, как я все делаю так. Ну и давайте приступим, ребята. Вы видите программку Do Redactor. Вот здесь Do Recorder, то есть Do Recorder, да. И я сейчас через нее снимаю. Это очень прикольное предложение, ребята, оно очень крутое. Например... Я сейчас через эту программу снимаю, вон можно нажать красную кнопочку, и запись просто как бы уберется, да. Но этого делать не надо. Так, можно тут изображение редактировать, кстати. Там даже, кстати, можно трансляции прямые смотреть, ребята. Ну и также можно делать свою прямую трансляцию, ребята. Это тоже очень круто, классно, ну, прикольно очень. Да, смотреть можно трансляции. И вон, нажав кнопочку Live, я могу сделать прямую трансляцию, ребята. Это прикольно, да, очень круто. А также самое главное, это... Ну, давайте я потом это покажу уже. Вот, можно, например, настройки включить, как вам там все сделать. Там, например, качество видео, запись, звука там включена. Да, скрывать окно записи при записи. Ну, это означает... Там, например, когда я убираю запись, там, выключаю, то есть заканчиваю запись, я нажимаю там, и, ну, это будет видно. А сейчас я могу просто нажать кнопочку «потушить экран», как бы потушить телефон, ну, просто. И, ну, и запись остановится. Вот таким вы закрываете приложение. Ну, короче, тут все, я вам не буду этого показывать. Я думаю, вы в настройках все сами разберетесь, вы все-таки умные. Да, конечно, вы умные. Да, и, кстати, ребята, это очень предложение прикольное, то, что тут можно и снимать видео с экрана, и редактировать видео само, монтаж как бы делать, и плюс еще, да, трансляции делать, и плюс вы, например, ребята, у вас всех такое бывало, я думаю, что вы не разбирались в программке Киномастер, как я. Я начинающий ютубер был, там, ну, я и сейчас начинающий, ну, например, там, 2 месяца или 3 месяца назад я начинающий был, и я не понимал в этих программках, в Киномастере, в других программках для монтажа, там, я не мог в них разбираться, ребята. Так, отмена. Ну, подтвердить же. Так, я в них не разбирался, ребята, там просто все умудренно, капец как. Ну, сейчас я уже разбираюсь, потому что я уже все знаю, там, уже, ну, короче, разобрался. Ну, а когда я был начинающим, я использовал вот эту вот программку, какой Киномастер? Do Recorder, да. Киномастер я сейчас использую, конечно, да. Редактировать вот видео можно, объединить видео. Видео в GIF, Wi-Fi передачи, изменить изображение, комбинировать изображение, комбинированное изображение, ну как бы комбинировать, да. И вот это, что прикольно, мне нравится объединять видео, это можно, получается, интро объединить с главным видео, а в конце, например, сделать... Интро под конец. Ну, вы знаете, думаю, как я всегда делаю. Сначала интро у меня идет, потом основное видео, а потом уже конечное интро. Ну, я думаю, вы знаете, вы видео мои смотрите, так что, думаю, ну, вы знаете, как я делаю. А потом видео в GIF, это означает как бы обрезать его. Ну, давайте я покажу, например. Например, вот там, например, такой интросик. Например, вот интро, смотрим его, ребята. Например, смотрим, теперь вот так делаем, вот так, например. Хочу, чтобы интро было 4 секунды, там 4 секунды такое. Так, проиграть выбранное теперь. И мы видим, ребята, вот мое интро это, только оно уже идет 4 секунды. Ну, я думаю, это, ребята, очень тоже, ну, подойдет, ребята. Можно сохранить, если вы хотите. Я этого сохранять не буду, потому что я на примере показал. Просто так, изменить изображение можно, ну, тут как бы его обрезать, можно такое всякое сделать, комбинировать изображение, это значит как бы, ну, это не очень важное, потому что, ну, я не пользуюсь этим, конечно, но это не главное, ребята, самое главное это редактировать видео, например, хочу, например, там, самое мое любимое там интро, например, ну, самое, например, ну, смотрим, смотрите его. Вот мы посмотрели интро, и потом его можно обрезку сделать. Обрезку, я думаю, всем понятно, просто вот так обрезать.
Вот так обрезаешь, ну, окей нажимаешь, там и просмотр, например. Вот, например, просмотр. Оно будет длиться там, например, ну, короче, это обрезка, я, вы думаю, знаете, все такое. Удалить середину, то есть это просто вы хотите, например, в середине какой-то там момент или реклама там, например, если вы снимаете видео про игру, там, например, выскочила реклама, вы хотите ее удалить там, например, вырезать, используете вот так вот и просто удаляете середину. Ну, это тоже полезно очень. Добавить музыку я всегда люблю добавлять. Ну, я думаю, этому показывать не надо сейчас. Ну, просто добавляйте там, нажимайте. Ну, короче, добавить там. Добавить, например, музыку. Ну, и, например, там. Например, давайте сейчас посмотрю. Например, вот эту вот музыку, например, я хочу добавить. Музык там, например, вот так сделать там. Подтвердить звук там на 200% я всегда делаю. Например, проиграть, когда вы, ну, то есть, когда звучала, чтобы музыка. Например, я хочу, чтобы звучала она на какой секунде она звучала? На 4-й секунде я хочу, чтобы она звучала. Ну, то есть, даже на 5-й секунде, чтобы она звучала и до конца видео шла. Например, смотрим. Во, началась там музыка. Ну, короче, я думаю, всем понятно, это тоже всем ясно. Добавить субтитры, это просто как бы хотите, например... Добавить субтитры, например, введи субтитры там, например, например, там круто, ой, так, круто, например, добавили, и так, давайте вот так, и подтверждаем, и когда вы, ну, например, вот так там, например, выскакивает там круто, например, выскакивает, вы видите, вот, например, даже побольше его сделать вот так вот, палитру там, чтобы раскрасить его, но это делать не надо сейчас. Вот так, дальше, потом добавить графический, это я всегда вставляю, ребята, комментарии в видео с помощью вот этого графический добавить, я не буду показывать сейчас, например, просто вы, например, сейчас я покажу вам, да, давайте вот так, например, выбивайте тот момент, когда вам надо там, например, на 2-й секунде добавить, например, вот такое вот изображение. Я хочу, например, вот такую вот картинку, вот чтобы она была вот здесь, например, в уголку. Так само я делаю и с комментариями, ребята, вот так. И, например, вот так, где нам, чтобы она была где-то нам 6 секунд или 5. И смотрим теперь. То есть давайте в начале смотрим. И вот картинка появляется, вон, видите? Ну, это тоже всем понятно. Так, добавили графический, введите введение и финал. Это означает как бы ввести там... Название там такое. Ну, это, ребята, не очень важно. Это никто не использует, ребята. Это просто как бы... Ну, не важно, ребята, просто. Вводите название видео, описание там. И, ну, это никто не делает из ютуберов, ребята, я вам говорю. Просто как бы... в начале видео будет такая картинка там. Ну, окей, давайте сделаем название. Пускай будет вот просмотр. Вот, видите, картинка идет. А потом интросик, видите, вот так вот получается это. Нет, спасибо. Ну, и сейчас получается видео у меня там рывками, знаете, как бы. Вот я смотрел, например, это интро, и оно другой стороной было, короче, вертикально было. Ну, давайте, короче, сейчас еще посмотрим фоновое изображение. Фоновое изображение, когда у вас видео вертикально, тогда вы и фоновое изображение и делаете. Обрезать, то же самое тут, ну, обрезать это что вы хотите показать в видео, например, там, я хочу вот так обрезать просмотр там, например, вот так вот обрезал, я, видите, не полностью, ну, короче, это тоже, ну, полезно, но я не использую это. Скорость, например, скорость, я хочу сделать гипер-пупер-мупер-супер-пупер скорость. Так, например, я сделал супер, ну, давай, сделайся. Подтверждаем, и интро сейчас будет очень быстро идти, например, вот так. Вот это прикольно, ребята, очень. Кто, может, не услышал, я сейчас заново сделаю, ребята, и вы услышите. Хотите такое интро, ребята, я сделаю такое интро. Не думаю, вы все слышали это интро, но окей, проехали, ребята. Так, ну прикольно, интро очень прикольно, ребята. И поворот, это тут как бы означает, хотите сделать поворот, ну уж давай, а, ну короче, поворот, например, поворот вы делаете, вы видите? Так, давайте потише сделать.
поворот, например. Я сделал вот поворот так, 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 так. Видите, как она прикольно получается? Поворот нажимаете там и сохранить, там просмотреть. Ну все, ребята, я все вам показал, как я делаю видео обрезка, там все такое, ребята. Ну, это очень легко сделать. Мне так кажется, что легче монтировать в этой программе, чем в киномастере. Ну, я в киномастере уже разобрался. Вы, надеюсь, тоже знаете. Но это я для тех, кто не знает, не разбирается в программке киномастер, но хочет монтировать видео. Вот эта программка для тех. Ну, как бы, вы снимаете видео и редактируете там. Ну, да. Все, а также я использую программки, ребята, для монтажа видео. Там, и, ну, не только для монтажа, а для превьюшек там. Для превьюшек там писать на картинах, на превьюшках, то есть там эффекты всякие. Это эразер там вставлять, там, например, можно свое лицо в превьюшку, там ретоуч, это как бы, ну, короче, я думаю, ну, сейчас, как это вам сказать? Короче, просто чтобы не было, например, видно какого-то элемента на фото. Да, чтобы не было видно на фотографии там какого-то элемента, и PixArt, чтобы делать превьюшки хорошие, например, там писать на фотографиях, там эффекты всякие, полно прочего там. Ну, ребята, если хотите такое видео, там, как я делаю превью там, например, или как там, например, редактировать фотографию там, хотите, я сделаю такое видео, ребята. Да, и так. Do Recorder, да, конечно же, и Video Edition for YouTube, и Киномастер. Да, ребята, это все программки, которые я делал для монтажа и для редактировки фотографий. И пишите свои программки, ребята, какие вы делаете. И мне будет очень интересно, какими программками вы монтируете видео и, ну, как бы, делаете превьюшки там, если вы их делаете, конечно. И я думаю, вы заметили мою прикольную, ребята, мои прикольные обои. Мне очень они нравятся, ребята. Знаете, какое приложение я скачал для этого? Я скачал для этого вот Football Wallpapers, вы думаю, wallpapers, то есть, да. И вы можете своего футболиста любимого поставить там на разблокировку телефона, чтобы она была видна, на сами главные обои там. Своего любимого футболиста, пишите своих любимых футболистов, ребята, мне очень будет интересно, кстати, почитать. Мой любимый — это Салах, Суарес и Мбаппе. Ну, давайте на этом заканчивать, ребята. Поставьте лайк обязательно этому видеоролику. Поделитесь с друзьями. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал DanPlay. Нажимайте на колокольчик такой там возле подписки. И вы не будете пропускать новых уведомлений, новых видеороликов. Ну и все, давайте, ребята, на этом все. Ребята, да, всем пока. Все, всем пока-пока, ребята. Увидимся в следующем видео. Если вы хотите, чтобы была редактировка видео, там, например, я показывала, как я там делаю превьюшку, то пишите в комментариях, она обязательно будет. Да, ребята. И да, кстати, если хотите, чтобы я в киномастере там тоже показала вам, как работать, то тоже пишите комментарии. Все, ребята. Пока.